Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о новом телефоне Nokia Luna. Этот телефон относится к премиум-сегменту, но в продуктовой линейке компании он находится до моделей Sirocco, которая относится к 8 серии. Он обладает стандартным экраном с разрешением 320 на 240 точек, имеет встроенную 2-мегапиксельную камеру, которая скрывается под крышкой слайдера. Сразу можно сказать о главном недостатке этого телефона. Это очень быстро пачкающийся корпус, который покрывается отпечатками пальцев буквально сразу через несколько секунд после начала использования. Производитель не стал использовать стандартную зарядку, и в комплекте находится соответствующий шнур, который одинаково используется как для подключения к компьютеру, так и к розетке. Телефон построен на стандартной платформе от Nokia. Единственное отличие от других аппаратов является новые темы для оформления меню и вид самого главного меню. По состоянию на сентябрь 2007 года стоимость телефона составляет порядка $500 США.